Любовь, любовь. Шо, булка, замучила на тебя? Или еще не сильно? Короче, такой сейчас пока дневной выгул, потому что делала уборку в клетке. Как-то молодые крысы не так сильно просыкали все, как пожилые. Это просто катастрофа. Там у меня гулечка. На свободном выгуле. Боже, Ника там, конечно, хрустит, трещит. Вкусняшечку получила собачка. Скрипучую. Какая-то скрипучая косточка, да, Никуль? Ой, какая скрипучая. Это покрывало пока сняла, постирала. Оно свежее. Ну, в смысле, оно свежепостиранное. Обратно я его пока стелить не хочу, потому что у меня тут какой-то непонятный такой выгул. Выгул гульки. Ну, гулька пока держится. Ничего даже не хочется говорить по этому поводу, знаете, ну, очень тяжело. Короче, корка у меня тоже на свободном выгуле. Она сейчас только... Ты что ты дергаешься? Сейчас только посадила ее сюда на место, просто для разнообразия. Ой, Василька там в эротических позах умывается. Так, надо подобраться, полюбоваться, найти эротические позы. Василечка, мой мальчичек. Ой, ты такой сладкий. Короче, пытаюсь разнообразить старикам жизнь, чтобы у них переключался как-то мозг. Поэтому пересаживаю их туда-сюда. Васька сейчас тоже немножко на выгуле побыл, но он не захотел на выгуле. Хотя обычно он залезает в переноску и там сидит в ней, в синей переноске. Но Гуля за последние 3 дня, что она на свободном выгуле у меня, она залезает в переноску, несмотря на то, что это высоко достаточно. Сама залезает, вылезает. И она ее хорошенько прессала. Видимо, Васе не нравится запах. Переноску я имею в виду мягкую, внутри пластиковой. И эту мягкую переноску я сейчас буду выбрасывать. Стирать там нечего, потому что там подкладка настолько изорвана, что во время стирки это все разлезется. Руками стирать не хочется, потратить кучу воды просто на... А, ну, видите, уже нассали. Только цветока свежая постелила, уже надо все насадить. Потратить, короче, кучу воды просто на переноску, которую все равно не через там 3 дня просут. Ну, короче, все, дожила переноска свою жизнь. Булка ее тоже хорошенечко пометила сегодня. Вон булка тоже вот в эту вот переноску, я имею в виду в синюю, залезает, вылезает. Гуля, ну хоть она вот сейчас, ну она спит, она после обезбола сейчас спит. Гуля залезает туда-сюда тоже. И здесь у меня тоже была тряпка, сейчас что-то буду придумывать, тоже застилать. Может быть, вот эту вот Никину расстелю, потому что пока свободный выгул.
Собака на диване все равно не спит. Ну и пока жарко, она спит в основном на полу. Тут у меня новая коробочка, новый поролон, ну, новый матрасик поролоновый, потому что тот они тоже зассали. Ну, они успели этот поролоновый матрасик уже испоганить за 3 дня. Вот такая вот мягкая постилочка. Булка, это вообще-то корки на постель. Это я корки положила, вот такую мягенькую тряпочку. Корка была в восторге. Тут как королева спала. Там зерно прям здесь. То есть все, все, выгул здесь, зерно здесь, поилка здесь, поилка здесь. Как и МПС, мы теперь везде. Вот это, ну, это Гуля, потому что она ест в основном жидкую пищу и овощи. Поэтому у нее сейчас достаточно такой жидкий стул. Поэтому тут вытрусила, что смогла, а перевернула просто. И она писает в этот угол. Поэтому здесь я положила пластиковую от пластикового бокса крышечку, чтобы оно не пропускало на диван, потому что я, конечно, поздно заметила. Поэтому, собственно, серое покрывало и постиранное, потому что угол был весь засанный. Вот как-то так. Ну, конечно, булка ест. Ну, а шо? Конечно. Булочка. Я туда только подсыпала еду. Дорогая, давай. Давай ты пойдешь домой, моя дорогая. У-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Бежим, бежим, бежим домой. Прибежали. То Коркина мисочка, булочка. Вот твоя мисочка. Тоже тут две поилки на всякий случай. Что, Корка, на выгул идем? Идем на выгул, да? Подожди, я там твою постилочку. Ну, не падай, зайка. Сейчас взять ее вот так вот аккуратненько. У Кореньки еще плюс 5 граммчиков, так что нормально, держится Коренька. Давай. Твой домик. Ну, понимаете, да, с такими лапами как бы корки уже тяжело вверх-вниз в клетке подниматься. Вот, видите, Гуля пьет. Гуля, кстати, очень много пьет. Попытаемся подлезть отсюда. Вот так вот. Ну, в общем, у Гулечки, скорее всего, рак последней стадии. Корка попила и застряла. У Гули внутри, ну, нащупываются две большие опухоли. Это только те, которые нащупываются. Я думаю, что там еще есть метастазы, потому что есть подкожные метастазы. Вот, поэтому ей осталось мало. Хвостик. И все это так произошло резко, быстро. Просто кошмар, конечно. Просто корка хватит есть картон. Все едят картон. И Гуля ест картон. Перекусывает картоном. В общем, я не хочу даже, понимаете, снимать ее на камеру лишний раз, чтобы просто не давать эту боль в эфир. Достаточно, блин. Классное место ты выбрала, супер просто. Вот почему коробки я тоже регулярно выбрасываю. Но у меня уже как бы нету больше. Ну куда ты на мокрое? В общем, коробка служит где-то неделю, и все, у меня больше нет коробок. У меня нет коробок, у меня уже нету тряпок. Ой, чуть не уронила телефон. Да, сейчас застелю тебе здесь.
Знаю, знаю, скользко, да. Тут скользко. Коренька, куда ты идешь, зайка? Во-первых, давай на этот, на эту сторону, потому что левая лапа хоть как-то работает. Я напомню, что корочке уже 3 года. В общем, корочку и гулечку я здесь докармливаю. У гули там стоит миска. Корка как раз пошла проверить, нет ли у гули чего в миске. А что-то там все-таки есть. Так, ну, понятно. Надо кормить крысу. Крыса голодная. Хотя, ну вот тоже я кормила их завтраком, но подошло время обеда. Надо кормить опять крысок. Тарелки я мою каждый день. Ну, просто на завтрак была гречневая каша с печенью. Поэтому тарелки немного грязные. Сейчас у нас вот такой вот обед. Пюре индейки и яблоко-персик. Такая вкусная штука вообще. Коренька. Так, как сюда это поставить? Как сюда это? Тут намудрила я, конечно, что теперь сама не знаю, как это. Корка! Если бы ты там еще не сидела, не мешала. Ладно, вот так вот засунем. Получилось. Что-то получилось. Корка, это как бы гулькина порция. Вот, видите, гулечка даже реагирует сразу на запах. Но ест гуля очень плохо. Ну, как бы она ест самое вкусное. И так всего понемножку. Разное ей предлагаю. Насильно не кормлю, насильно, ну, она насилие не любит. Ее даже в руки тяжело взять, она в руках быть не любит. Тем более у нее все в опухолях. И у нее воспаленные все лимфоузлы, ей больно, когда ее трогаешь лишний раз. Поэтому я предлагаю ей просто разную еду, разнообразную в течение дня. Раза 4-5 я предлагаю еду. В общем, это няньканье с крысами бесконечное. Я устала, друзья, я от всего очень устала. Я устала плакать, я устала их терять, я устала провожать их на радугу. Я устала биться над ними просто ради того, чтобы в конце концов все равно похоронить рано или поздно. И вот такие пятна у гули пошли на спине. Тоже я не знаю, что это, ну. Там мне кто-то говорил, как это называется, но тогда оно было похоже на то, а сейчас оно уже не похоже. Как будто бы тоже какие-то как метастазы, не знаю. В общем, ничего хорошего. У гули ничего хорошего. Гулю я провожаю и пытаюсь облегчить ее страдания, как только можно. Порка просто старая. Просто старая бабка. Старая вредная бабка моя. Поэтому тоже пытаюсь ее протянуть максимально долго и пытаюсь ей сделать интересную, разнообразную жизнь максимально. Это ты тут просала, что ли, тоже? Что там, мелочек? Мелочек тебе дать? Сейчас дам. Держи. Вместо картона погрызи. В общем, тяжело. Морально очень тяжело. Когда у тебя все крысы пожилые. Морально это просто невыносимо, это просто убивает. Мой лимит исчерпан. Лично мой лимит исчерпан. Мне нужен перерыв в крысах и, возможно, очень долгий.
Корень, ну, у кореньки совсем не работает правая задняя лапка, но передвигается корка хорошо, особенно когда она видит насекомое, допустим. Ну, насекомыми подкармливаю тоже, кстати. Гуля, ну, для Гули насекомое я убиваю, потому что она за ним уже не уходится. Голову придавливаю тому же Зефобосу, и Гуля с удовольствием ест Зефобос. Вот, кстати, сейчас я Зефобос ей тоже дам. Так, корка вот прошла сейчас по трубе и пришла в свое любимое место. На свою тряпочку мягонькую. Мягусенькую тряпочку. Вот так вот, моя сладкая. И все равно, что надо же было испоганить этот матрасик. Видите, все в поролоне опять. 3 дня, как постелила новый матрасик. Хана матрасику уже. Да все рвать в клочья. Так, зайдем в гости. Ты не против? Покажи, что ты там делаешь. Ага, изорвала угол. Зачем это делать, непонятно. Ну, в общем, сейчас такой опять какой-то, блин, хоспис. Вот это изнутри опухоль выпирает. Вот это воспаленный лимфоузел. Что ты, спадки будешь? В трубе хорошо, сквознячок, да? Возле трубы получается сквознячок. Дышится хорошо. Проветривание. Что она хочет? Что она делает? Какие-то порядки наводит. Ой, ручка зачесалась. Так, ну ладно, сейчас дам Зефобос, тогда сказала, что Гуля ест. Сейчас дам, покажу вам. Корка у нас еще... еще ого-го, поэтому корке даем живого. Потеряла, потеряла, потеряла. Старушка! Ну что ты творишь? Ну вот куда ты вышла? Ну вот куда ты вышла? Нашла вроде бы. Я не вижу, что я снимаю вообще. Съемка на ощупь. Так, все, вижу, ест. Хорошо. Так, у меня Люсик на выгуле. Так, блин, Люсик, свинтус. Иди сюда, свинотка. А, все, ладно, стало нормально. Так, Люсик, у тебя еда, дорогая моя? В клетке. И она сейчас вся уже пробежалась по еде, измазалась. Хвост измазала, так что все. Ну, что это такое, блин? Булка, зачем ты это сделала? Я нормально тебе там постелила. Зачем ты это все выволокла? Я сейчас заберу это все просто и все. Так, ну, и, конечно, я забрала Люсю для того, чтобы дать Гуле нормально жука. Потому что чтоб Люся не забрала. Гульчик, Гульчик, Гулечка. Вот, смотри. Сейчас, видите, вообще порфирин пошел резко просто. Просто во время съемок
Глаза начали слезиться. Такого еще не было. И пошла красная слеза, это порфирин. Ну, это всегда показатель того, что очень плохо со здоровьем, но мы это видим. И так потеряла. Гуля, 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 Гулечка. Я не знаю, дождется ли Гуля Костю с командировки. Я очень за это переживаю. За Костю переживаю. Потому что он, конечно, хочет попрощаться. Ну, в общем, все, это надолго. Пускай занимается. Так вот резко все может измениться. Никогда не знаешь, что будет еще. Неделю назад вроде все было хорошо. А теперь Гуля при смерти. А Корка стабильна уже сколько? 3 месяца она уже в таком состоянии. Стабильная старушка. Булка. Тебе тряпочку вернуть, Булка? Постелила вам классную тряпочку, чтобы вам было мягко там. Вон, смотрите, уже 2 лужи здесь. Ну, вот как будто бы негде больше поссать. Надо именно на чистую хлопковую ткань. Так, я так понимаю, что я теплую тряпочку вам давать не буду. Хотя Васе, я думаю, она надо. Вася у нас любитель закопаться в теплые тряпочки. Даже летом. Вот она, тряпочка моя. Посмотрю, если Булка ее опять вытянет, начнет измазывать в туалете, то я заберу. Ну, а пока вот на сегодня все. Вот так происходит взаимодействие с пожилыми больными крысами. Я уже схожу с ума, у меня уже нету просто сил. Лёсечка, не выпадай, зайка. 1 числа, то есть очень-очень скоро, через 3 дня, вот этим вот всем и вот этим вот всем, и Гуле. 2 года и 9 месяцев. Надеюсь, Гуля доживет до дня рождения своего. Кто-то только что гавкал там на прохожих мимо. А теперь что, спит? Не спишь? А? Ника, сейчас соседи придут, будут спрашивать, что такое. Что мы тут ремонт затеяли, че шо? Хватит лупить по полу. Шабака моя. Шабака моя. Моя девочка. Ты моя умничка такая. Шерсть только с глаз давай уберем. Моя умничка, моя золотая собачка. Хорошая. Хорошая собака, любимая. Глазки просто как драгоценные камни сверкают. Вживую еще красивее, чем на камеру. Все, не буду светить. Хорошо. Все. Всем пока-пока. Да, вот так вот. Зеленоглазка ты моя.